друзья, всем привет! Я прилетела в Москву, сегодня у меня в планах сделать спортивную проходку по стадиону, то есть быстрым шагом. И далее мы с вами пойдем на шопинг. Я посмотрю, какое это платье. Мне надоело ходить постоянно в спортивном, хочется чего-то женственного. Приятного просмотра! Ну что, друзья, мы приехали в торговый центр и первым делом пойдем в Манго. Увидела твидовые жакеты, стоили почти 10 тысяч, сейчас по распродаже 5999. Тактильно приятно и в прохладную погоду накинуть на себя очень даже неплохо. Есть разные цвета, вот благородный зеленый и кирпичные оттенки. Джинсовый жилет со скидкой 3999, по цвету к моим шортам не подходит, и еще есть другие фасоны, но я хочу что-то женственное посмотреть, поэтому пойду искать без камеры и увидимся с вами в примерочной. Я взяла юбку с цветком лилово-розового оттенка. Очень обычный фасон, привлекающий внимание. Состав неплохой, хлопок и полиэстер. Нитки не торчат. Немного похоже по структуре ткани на твидовые жакеты, которые я смотрела. В целом юбка мне понравилась. В прохладную погоду отлично. У меня это размер M, она мне большевата. Лучше S подойдет, конечно, на объем бедер 90. По стоимости 3999. Ссылка внизу в описании видео. Следующий вариант — это платье черное, футляр с разрезами по бокам. В составе полиэстер и эластан. Не для жаркой погоды точно, как и предыдущая юбка. Сзади застежка на молнию, длина мини. Цена со скидкой 2999. Мне кажется, неплохой вариант, так как все, что нужно, прикрыто, и при этом изюминка в виде разрезов. Далее платье на запах с орнаментом, красные цветы, состав 83% вискоза и 17% полиамид. Очень комфортное платье, очень приятно тактильная ткань, хорошо для городской жизни в жаркий день. И кто от загара прячется, тому тоже понравится, так как кроме ног, в принципе, все закрывает. Стоимость платья 2999. Фактурное платье с принтом, мелкий цветок. Мне кажется, меня лично простит такой фасон или принт, не смогу точно сказать. Но многим девчонкам подходит такой романтичный стиль. Рукава короткие, состав переработанный полиэстер, стоимость 3299. У меня размер M, можно даже было брать S-ку. Платье с сине-черным цветочным принтом, V-образный вырез, рукава длинные. Пояс с резинкой эластичной, состав 100% полиэстер. Хотя я люблю такой электрик-синий цвет, но мне платье не очень понравилось из-за состава, так как я некомфортно себя в нем чувствую. Полиэстер тоже разный бывает. И если бы добавить в состав немного вискозы, то было бы намного круче и приятнее. А так абсолютно кожа не дышит в нем. Нашла на Wildberries за 1699. Я уже в Лайме, друзья. Снова глаз падает на футболки и вещи с блеском. В прошлый раз не было моих размеров, и в этот раз попробую померить. А также дам шанс длинной джинсовой юбке, которая сейчас в трендах, но я не люблю длинные вещи. Все-таки возьму на примерку ее. Неплохой серый брючный костюм. Возьму брюки в примерочную. И этот серо-голубой костюм и цвет, точнее, мне очень сейчас нравится, но жилетка слишком плотная, не летний вариант однозначно, поэтому пропускаю. Посмотрите также, какие спортивные комплекты неплохие и бюджетные. Есть серый цвет, хаки и коричневый баклажан, так бы я назвала этот цвет.
разные вариации костюма есть. Это леггинсы, то есть длинные спортивные штаны. Дальше короткие велосипедки и футболки укороченные. А цены сейчас покажу вам какие. Серебряная русалочка могла бы быть, но, увы. Я убедилась, что длинные юбки, тем более такие плотные и тяжелые, как деним, не мой вариант. Размер, во-первых, взяла не тот, взяла М. Он большой, и сама юбка, в принципе, тяжелая, еще раз повторюсь. Если честно, не понимаю, когда ее носить, потому что летом хочется каких-то легких тканей. Или просто не мое, не знаю, ребят. А футболка неплохая, но опять же есть одно но. Если заправлять ее, то образуется некрасивый пузырь, а если не заправлять, то тоже вид не очень. Или я заморачиваюсь по этому поводу, не знаю. В целом футболка неплохая, но вот этот нюанс смущает по поводу, каким образом ее носить, тоже заправлено или нет. Брюки серые, свободные, по фигуре сели неплохо. Достаточно таки объемно, хочу сказать. Состав 69% полиэстер, 29% вискоза и 2% эластан. Стоимость 4999 рублей. Тактильно приятные, нитки не торчат, качество хорошее. Для офиса, мне кажется, самое то. Но, опять же, не летом, а ближе к осени. И обратите внимание, что они больше мерят. Эти брюки размер XS, хотя мой размер S-ка полная. Стоимость юбки длинной из денима 5999. И мне кажется, что даже через камеру ощущается ее тяжелый вес. Футболка серебро, состав 95% хлопок, 5% эластан, хороший состав. Но интересно, как при стирке себя ведет материал с таким блеском. У кого есть девочки опыт, делитесь, пишите в комментариях. Жилет ярко-красный, это последний экземпляр с распродажи, размер L. Не, он естественно большой, поэтому декольте мега глубокое. 75% полиэстер, 22% вискоза и 3% эластан. Стоимость сейчас по распродаже 1599. Мне жилет понравился, особенно очень яркий цвет. Я бы себе обязательно купила, если бы был подходящий размер. Платье из вискозы лилового, очень приятного цвета, и тактильно оно также приятное, тяжелое, струящееся, и даже ощущение того, что оно охлаждает кожу. Из минусов белье просвечивает и видны все недостатки. Состав очень хороший, 100% вискоза, стоимость 4599. Мне платье понравилось, но учитывая недостатки, приобретать бы его не стала. Платье-сетка, это однозначно пляжный вариант, носить только с купальником. Состав замечательный, хлопок 100%, качество отменное, очень такое плотное, добротное. И фасон мне понравился, по фигуре хорошо сидит. Также платье-сетки в трендах, стоимость 4599, супер, мне нравится. Мы с вами сейчас находимся уже в MAC, бывшая Zara, но это не точно. И вот такое платье я взяла в примерочную, вариант на выход. Цветы объемные, это тренд сезона, мне кажется. Я видела подобную модель в более дорогом сегменте. И это, вероятно, копия этого платья, но бюджетная копия. Стоимость 1999. Состав ткани 100% полиэстер. Но достаточно таки комфортный полиэстер. И если это вечер, плавно переходящий в ночь, какое-то мероприятие, то вполне возможно.
Следующее платье из твида напоминает old money style. Неплохая фурнитура для такой цены. Качество оставляет желать лучшего, конечно, есть кое-где нитки. Но если их обрезать, то как бюджетный вариант, почему бы и нет. Состав неплохой. 38% акрил, 38% полиэстер, 12% хлопок, 9% вискоза и 2% шерсти. Очень даже. Стоимость платья 2799. Платье с нежным цветочным орнаментом и драпировкой. Ощущения неоднозначные, мне некомфортно. Очевидно, что в составе один полиэстер. Тактильно не очень приятное ощущение. И мне кажется, что драпировка полнит. Рукава в пройме узковатые. Стоимость 1999. Это платье тоже провал. Ткань дешевая, смотрится не очень опрятно. Хотя, возможно, и фасон неплохой, но ткань все портит. Цена 2599 и состав 100% полиэстер. Синее трикотажное платье, цвет очень красивый, длина тоже, юбка солнце, по фигуре хорошо садится, но недостатки все видны. Хотя, как и в любых других трикотажных платьях, цена очень бюджетная, 999 рублей, но есть вероятность, что ткань может закататься. Но для этого есть машинка для снятия катышков. В принципе, цена-качество, возможно, и нормальный вариант. На этом сегодня все, ребята. Заканчиваю свое видео. Если вам было интересно или полезно, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Смотрите, какой красивый закат я увидела по возвращению домой. Желаю вам всего самого доброго, волшебного и позитивного. Всех целую и всем пока-пока!